Я хотел сейчас говорить конкретно о том, какие части, какие регионы, решительная поддержка, сколько решительной позиции законодательства. Это, как говорил один известный вам деятель. Я не слышал, не знаю. Ну и как? Ну и что? Ну и что? А почему я должен бояться? Пусть боятся те, кто могут быть и новые жертвы. Вполне. Вы задайте себе вопрос. Да, в конце концов, кто вы, Игорь Ильинских проходимцев, которые пошли на это дело. И они будут судим за это. И за это... Такой той людей, подвергающихся опасностям быть уволенным, так писал. У них раздражение, недовольство, и депутаты, и президент. Причем уже все время говорил, да не позвольте мы представительную власть. Вот такое, вы знаете, хулиганское поведение этих людей. Никаких приказов бывшего президента они выполнять не будут. Это на 99% Степанов и принес решение. Вот с тем содержанием, о котором я вам говорил. Одна из последних республик принесла такое решение. Что на территории этой, я думаю, я полагал, что это одна из немножко областей, которая может как-то, знаете, если как-то птенцы глупки шли и задумывали политировок, то здесь люди в Британии, которые резко высказались против. Думаю, что выскажутся и другие парламенты. Ну а если не выскажутся, то что ж, ну, вы знаете, я ведь мне говорят так, не буду называть, один из руководителей. Вот, делал не претендую, чтобы мы вошли в Совет Европы. Я говорю, что можно решать Европы с участием Европы, с участием России. Европы, когда Совет Европы будет готов нас принять, когда мы получим приглашение, мы рассмотрим это приглашение.